Четвертый том добротолюбия. Страница 559, пункт 287.2. Святого Феодора Студита, наставление монахам. Ибо что, не царство ли небесное обетовано нам? Не жизнь ли бессмертная? Не веселье ли неизреченное? Не сладость ли райская? Не равна ангельская ли честь? Не упокоение ли вечное? Чего ради узы и темницы? Чего ради изгнания и озлобления? Чего ради муки и смерти? Не того ли, чтоб сподобиться обетованных благ, избежать страшных мук? Смотри, с какой радостью мученики проливают кровь, с какой готовностью идут под меч, в огонь, к зверям и на всякого рода другие страдания. Смотри также, с каким удовольствием преподобный умерщвляет и порабощает плоть свою, ничего не почитая вожделеннейшим более добродетели. Мы же что дремлем? Мы разливаемся в пагубных и тлетворных страстях, острее стрел, уязвляющих сердце. Выйдите из среды их и отлучитесь, говорит Господь. Изыдем же от них, как из Содома и Гоморры, сгоревших в огне и жупели. Отложим мудрование плоти духу противящейся и противовоюющей. Освободимся от ратобордных пристрастий и обретем покой душам нашим. Что может быть покойнее души, невозмущаемой страстьми и мир, имеющий к Богу? Вот это и есть радость и веселье. Вот это и есть блаженное утешение и сладость. Желаем ли вкусить всей сладости? Добежим от сласти плотской, рождающей тление и смерть. Ибо сеющий, говорит апостол, плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Желаем ли явиться славными? Презрим тщетную человеческую славу, облегшись смиренно мудрее и украсившись всяким доброделанием. Этим образом мы настоящую добре совершим жизнь, и будущих сподобимся благ, благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. 288. В эти три года новую некую переживаем мы жизнь. Мы не совсем гонимы, нельзя сказать, чтобы не были гонимы. Мы и видим друг друга, и бываем друг у друга. И это есть дело человеколюбия Божие. Так как видел он, что мы изнемогаем в продолжении предыдущего гонения, то теперь темница затворила, гонение за православие не прекратил по недоведанным судьбам своим. И это так есть. Впрочем, смотря обще на дело, я думаю, что мало гонимых за Господа. И видя, сколько каждодневно наших братьев приходит сюда, некое чувство облегчения в сердце, что столько есть таких, которые не преклонили колено перед валом, но сохранили себя Господу, как светлые звезды на всяком месте владычества Его. Так имеет похвалу и настоящий род для последующих, потому что Бог воистину есть в нас, и Церковь не потеряла силы своей по неложному обетованию Господа. Нападавшие на нее от века, все, как пена морская, развеялись, она же, как камень несокрушимый, в той же пребывает в вере и в том же исповедании. Радоваться этому должны мы и ликовать, но вместе трезвиться и бодрствовать. И готовыми быть, как бы опять внезапно не настало искушение. Ибо ни при одном только, ни при двух и даже ни при многих искушениях надлежит сохранять исповедание. Но и во всю жизнь до самого конца ее, не убоявшись от слухов злых, и не устрашаясь бичей, готовых, кажется, разодрать тело, ни темниц сокрушительных для плоти, никаких других нападков человеческих, но, почитая воистину страшным единого Бога, по мановению коего все движется, и боясь одних вечных мук, испытания которых несказанно мучительно, настоящее же все и радостное, и прискорбное, скоро, подобно снам приходящее, почему и написано «Стрелы младенец выше язвы их». Псалом 63.8. С ними все же, однако ж, надо бороться, наиболее же с невидимым гонителем нашим, каждодневно нападающим на нас, который нечувственными бичами, но невидимыми помыслами не перестает нас поражать и жечь невещественным огнем,
но злыми похотями и всякими другими страстями искушать души наши и осаждать. Встаньте, припоясавшись чресла вашей истиною и облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, над всеми же восприявший щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Таковы апостольские заповеди. Их и мы, смиренные, изрекаем, и просим не малодушествовать в скорбях и не изнемогать в искушениях, зная, что чем больше претерпится искушений, тем больше получится венцов. Бог же да подаст нам силу, ибо Он силен и совершить то, что обетовал. Силен укрепить нас, не только раны понести, но и огонь, и меч, и зверей, и все другое таковое. Убежден, будучи в этом, апостол говорит: «Во всем сим препобеждаем за возлюбившего нас». Да известно, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни иная какая тварь не может разлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Если так расположимся действовать, то будем состоять в непрестанном мученическом подвиге. И с мучениками будет часть наша. 289. Величайший дар дал нам Бог в этом гонении. Как сам сказал в Евангелии: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное». Будем же смотреть, как бы, живя недостойно такого ублажения, не обратить это гонение в осуждение себе. Гонимому, во-первых, не следует иметь жизнь уединенную, но жить вместе с другими братьями. Ибо говорит Господь: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их». Потом, не должно ему делать выходов, кроме самых необходимых, но пребывать там, где принят, как странник, и заниматься молитвой, молением, чтением, псалмопением, рукоделием и другими добрыми деланиями, обычными у нас. Избегать видения женщин, удаляться от всякого брата бесчинно ходящего. Быть благодушным, благодарным, благонадежным, довольным тем, что есть, готовым к принятию страданий за Христа. Ибо где гонение, там обычно бывает и страдание. Особняком живущее наследием имеет горе. Ибо премудрый говорит: горе одному, потому что когда падает, то нет второго, кто бы воздвиг его. Те из них, которые имеют слуг, свободу монашескую погубляют. Которые покупают поля виноградники, волов, мулов. Проказу гиезевую на себя навлекают. Отсюда порождаются сребролюбие, любостяжание, непостоянство, нежелание жить с другими братьями, навык вести себя особым образом по своей воле, хуление через нас имени Божия в народах, так написано, и падение душевное. Ибо как не пасть тому, кто живет нерадиво? Не знаете ли, говорит апостол, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто храм Божий растлит, того покарает Господь. И опять он же говорит: не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни осквернители, ни малакии, ни мужеложники, ни лихаимцы, ни воры, ни пьяницы, ни досадители, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. Можно ли допускать до этого себя тем, о которых говорится, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями? Еще, вы не от мира, еще, наше же жительство на небесах. Зачем же погубляем мы свое блаженство? Зачем унижаем так благородство звания нашего? Зачем не подражаем добре живущим братьям нашим, которых жизнь славна и похвальна перед Богом и людьми? Не пора ли отрезвиться нам, наконец? Не пора ли воззвать себя к своему чину? Не пора ли озаботиться спасением своим, положив перед очами своими исход свой и то, как предстанем пред судилище Христовым? Имея дать ответ о каждом праздном слове, какой ответ дадим о великих и тяжких грехах? Но отрезвимся, хотя к вечеру жизни своей. Отбросим страсти, отложим дела темные и облечемся в оружие света, всяким хранением, блюдя сердца свои, и всячески благоугодить Господу стараясь, дабы, спасшись таким образом, наследниками соделаться вечных благ. 290.
Что столько благотворно и спасительно для души, как память о смерти? Об этом и беседовать к вам ныне побуждаюсь по поводу смерти епископа Энейского, которого вы не видели, как он умирал. А мы видели и много от того получили пользу, и умилились сердцем, видя в себе то же, что было в нем. Так и зашел он, и отошел, и уже не возвратится более в эту жизнь. Не потребны для него более ни небо, ни земля, ни море, ни солнце, ни луна, ни звезды. Не дышать ему более этим воздухом, не испускать глаз о гортани, не смотреть очами, не слышать ушами, не обонять ноздрями, не осязать руками, не ходить ногами, ничего другого не делать свойственного жизни этой, ни большого, ни малого. Заключены двери ее для него навсегда, и он ждет теперь суда и воздаяния. Воздаяние еще в сокровищах есть, сокровиществуется, как написано. И сии все, послушествованы бывшей верою, не прияли обетованных Богу лучшее, что о нас презревшу, да не без нас совершенство приимут. Что же нам? Ничего другого, разве не подвергнемся мы тому же самому? Не таким же ли образом обратимся в землю, из которой взяты? Не таким же ли образом умрем и станем прахом и пеплом? Приникнем во гробы и посмотрим, чем кончается теперь живой состав наш. Что же так лелеем мы это бедное тело, которое спустя немного предадим земле и червям? Зачем облагаемся страстями, с которыми встретимся при исходе? Умирающий еще дыша говорил, что явились ему два некие лица, женщина и мужчина, и обличали его безжалостно. Отчего он стонал, взывал о помощи и трясся, ужасаясь исхода из тела. Видите, каков приговор смерти? Демоны выступают нашими обличителями и осудителями. И бывает это так, что какие помыслы любезно принимаемые и в дело приводим, те узрим и во время исхода. Если презрим Господа пред собою всегда, если представляем, как близ суще хранителя жизни нашей ангел, если воображаем таких и таких святых, то их и увидим при последнем издыхании. Если же напротив рисуем в себе греховные образы и бесовидные помыслы сокровиществуем, то их и встретим тогда, что жалостно и пагубно. Почему восподвизаемся о том, чтобы не быть объятыми такими идолами в час исхода, но обрестись тогда с чистым сердцем, чтобы с дерзновением можно было и нам сказать: «В мире вместе усну и почию». Ибо для добродетельного смерти есть сон, как и Господь сказал: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Если же она сон есть, то явно, что есть для него и виновница упокоения, и становится началом жизни вечной, как говорит святой апостол. Ныне же Христос восстал из мертвых, начаток и первенец из умерших. И опять немного ниже: «Пожрана смерть победою». Смерть, где твое жало, ад, где победа твоя? Жало же смерти — грех, сила же греха — закон. Богу благодарение, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Вот поглощена смерть, вот дарована победа. Ибо Господь говорит: побеждающему дам есть от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Все открыто поприще Царствия Небесного. Вот предлежит предтреблаженный подвиг, побеждающему венец и вкушение жизни вечной. Постараемся и мы победить дьявола, попрать страсти, очистить себя вполне от всякого зла, и стяжать добродетели, чтобы и обитателями рая соделаться, и удостоиться вкушать от древа жизни. 291. Время всякой вещи под небесами, говорит премудрый Екклесиаст 3.1. Время же содевания спасения нашего всегда и везде, ибо апостол говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Этими тремя добродетелями определяется спасение наше, ибо радость есть признак совершения всякой правды. Непрестанная молитва
не даст места дьяволу напасть на нас. Благодарение есть свидетельство о возлюблении Бога. Отовсюду же, оградившись сими деланиями, будем ревностно благоугождать Богу, не малодушествуя ни в каком случае и не расслабляясь ни родением, ни в исполнении послушаний, ни в псалмопениях, ни в рукоделиях, но все совершая с охотным расположением, как добрые строители различной благодати Божией. Разве не видим, с каким усердием воины спешат вместе с царем на дело свое и на какое? На войну, на заклание, на смерть. И вот они для приходящей славы, для скоротечного богатства, с готовностью устремляются на все. Мы же, зовомые в Царствие Небесное, к радости неизглаголанной, к жизни вечной, уже ли лениво и небрежно, а не со всем рвением и бодренностью представим себя добрыми воинами Христовыми? Читайте книгу, которую я держу в руках, и увидите и познаете изображенное в ней доблести святых отцов. Сколь велика в них ревность! Какое сильное горение духа! Какие подвиги! И как прославил их всеблагий Бог, показав их как бы богами какими через совершенное ими знамение чудеса. Тут просияли не только такие, которые от начала были добры и не познали греха, но и такие, которые сбивались с правого пути и падали в тяжкие грехи, но добрейшим покаянием исправлялись, так что никому никакого нет оправдания в беспечности и небрежении о спасении. Они ни от чего другого, как от бесчувственного и окаменелого сердца, нераскаянной жизни ими в себе созданного. К такому взывает апостол: «Восстань, спящий воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Или «О богатстве благости его и кротости и долготерпения не родишь, не ведая, что благость Божия на покаяние тебя ведет, но по жестокосердию своему нераскаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, который воздаст каждому по делам его. Зри это, беспечный, убойся угрозы и восстань от сна беспечности». Вот отошел преподобный брат Кандид, прежде же его это было с другим, а за ним последует еще кто-нибудь. И никого нет, кто бы навсегда остался здесь. Все предем. Но благо добре пожившему, потому что он, успешно совершив куплю свою и прибыль, получит вечную, ревностью и тщанием стяжав лучшее. Но постройку торжище еще стоит, и мена Царствия Небесного еще предлежит, то придите, прошу вас, братья и отцы, все возбодрствуем, все вострезвенствуем, все поспешим на куплю божественных и нетленных благ, да вместе со всеми братьями нашими соделаемся наследниками Царствия Небесного. 292. Ревнующих о спасении прошу более и более ревновать, а нерадивых молю восстать от нерадения и беспечности. Ибо вот ныне жизнь эта временно благоприятна, вот ныне день спасения, которое, если потеряем, то уже не найдем в другой раз. Да не пройдет же у нас даже и один день в нерадении и беспечности, но всячески позаботимся в продолжении его усокровиществовать нечто из сокровищ вечных: молитву, моление, прошение, благодарение, слезы, сокрушение, просвещение ума, небесное созерцание. Причем потому, что в нас есть, не будем судить о том, что есть в братьях, но будем лучше думать, что каждый спасение свое совершает в себе самом сокровенно, хотя со мне кажется он не таковым. Разве не бывало при отцах наших, что многие, не казавшиеся быть что, несравненно светлее просияли, чем казавшиеся такими? И в нашем братстве много раз бывало, что более других просиевали такие, которые были из незнатных и неславных, особенно во время исповедничества. И отчего так? Это, как мне кажется, не столько от вне и совне видного тщания и ревности, сколько от внутреннего устроения. Ибо где есть мирное устроение, чистота сердца, кротость и безмолвие, там царство добродетели, и туда-то презирает Господь, как написано: «На кого воззрю?
только на кроткого и молчаливого и трепещущего перед словом моим. Да возревнует же всяк чистым себе по совести представить Господу, не отворяя двери дьяволу через приятие греховных помышлений. Ибо когда их принимаем, знаете, что страждем, как дичаем, как изменяемся, какую горечь собираем под видом удовольствия. Когда же отрезвляемся и опять возвращаемся к должному, какой опять мир вкушаем, какую сладчайшую меда тишину, как бы в пристань укрывшись после бури. Почему и удивление достойно, как мы, когда добродетель так сладко, любезно и вожделенно, а грех так горек, пагубен и отвратителен, грехом пленяемся, а не более прилепляемся к добродетели. Большая часть это бывает от немощи естества нашего и от того, что прилежит помышление человеку, прилежано злое от юности его. Однако ж не будем медлить и не пожалеем усилий возвратить себя на добрый путь. И Господь, видя труд наш, сотворит отмщение за нас, и за болезненные усилия наши воздаст нам воздаяниями вечными, и за терпение при этом прискорбностей увенчает венцом правды со святыми вчинит и царствие своего сподобит. 293. Будем внимать себе напряженно, непрерывно, ибо день и ночь не отступают, ведущие войну против нас. Кто же это такие? Духи злобы, миродержители тьмы века сего, которых число безмерно, и неистовство против нас неописанно. Однако ж не будем бояться, не ужасаться их. Имеем и мы с поборника и заступника, Духа Святого и Господа нашего Иисуса Христа, который недуги наши приял и болезни понес, который в нем же пострадал сам искушен быв, может искушаемым помочь, которому изываем с дерзновением, суди, Господи, обидящих меня, побори борющих меня, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и застри меч, и заключи сопротив гонящих меня. Ибо воистину гонят нас враги наши и жаждут погибели нашей, полагая соблазн на путях наших, и всячески покушаясь не зринуть нас в ров греха. Но и мы, как воины, противоборствуем им, облегшись в броню веры и любви, шлем упование спасения. Ибо этими оружиями вспять обращается враг. И вот что дивно, что для нас самое этой брани и венцы. И в телесном борении на зрелищах, если борющиеся не низложат противоборство своего, то не венчается. Здесь же, если боримый не бывает низложен противоборством, тем самым уже и увенчан бывает. Это явно из того, что открыто было некоему из святых отцов наших, а некоему ученике, который 7 раз борим был отойти на покой без благословения старца, и 7 раз победил это борение. И за такое терпение стяжал 7 венцов. Итак, если в самом противоборстве и венцы, то будем, прошу вас, мужественно противостоять борющим, не изнемогая от длительности борения. Не была ли святая Сара 40 лет сильно борима от беса блуда? И однако ж не изнемогла и не возмолодушествовала. Неизвестно ли также и то, как один послушник таким же образом боримый, когда игумен его спросил, хочешь ли я помолюсь о пресечении этой брани, не согласился на это, видя, что за претерпение таких борений уготовляются победные венцы? Преодоление же этой брани ничто так не сильно, как молитва, слезы и сокрушение сердца. Итак, когда нападает враг или и уранит, по невниманию нашему, впустив стрелу похоти в сердце, тотчас употребим против него молитву, и он убежит немедле. Прольем слезы и угаснет уголь сласти прелестной. Смиримся, и подымет нас Господь. И блажен непрестанно нудящий себя на дело Божие, претерпевающий прискорбность и послушание, соблюдающий непорочность свою неповрежденную, достигший конца подвигов, с полной отрадой и удовольствием неизреченным, придет он отсюда, и от слуха зла не убоится, как поет святой Давид. Не видим ли, как воины, доблесть свою показавшие на войне с торжеством и радостью возвращаются во свояси, показывая знаки борьбы и победы. Так думаем и о том, к
кто в невидимой брани показал доблесть свою и подвигом добрым подвязался в ней, что он славно прославится в великом городе, коего художник и содетель есть Бог, и ангелами восхвален будет, и Господом увенчается, и вечное утешение наследует, кои достигнут бесподобности и мы благодатью Господа нашего Иисуса Христа. 294. Желание сердца нашего и молитва к Богу есть о мире Церкви Божией. Ибо что благотворнее мира, да тихое и безмолвное житие поживем в обителях наших. Но и продление гонения может быть не бесполезным в том отношении, что оно дает случай проявиться искуснейшим в вере. Почему апостол говорит: «Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, в теснотах по Христе. Когда я немощен, тогда силен». Так что, оставя вопросы, доколе же и до чего? Все об этом печаль возложим на Бога, который знает, как благотворно устроять длительность тех или других обстоятельств. Слушай, что говорит Писание. «Бог искушал Авраама». Скажешь, искушал, но немного? Нет, напротив. И в продолжении многих лет и многими искушениями. И когда увидел, что он совершен стал в вере, тогда сказал ему: «Ныне познал, что ты боишься Бога, и не пощадил сына твоего, возлюбленного ради меня». Искушал он Иова еще большими искушениями, и в ближайшие годы. И когда увидел, что он совершен в терпении, сказал ему: «Думаешь ли ты, меня инако тебе сотворша, разве да явишися правдив?» Иов 43. Таким же образом и прочих пророков и святых апостолов, блаженных и мучеников, и всех преподобных и праведных, многими скорбями и в продолжении многих лет, и испытывал, и засвидетельствовал о них, и приял их. То же самое и относительно нас надо предположить, что не до крови стояли мы против греха, сражаясь, еще недовольно горели мы в огне скорбей, еще недовольно показали мы опытов искренности веры нашей. Вот почему все еще и продолжается гонение. 295. Нет непреодолимого препятствия спастись тому, кто искренне желает этого. И нет невозможности раскаяться и к Богу обратиться даже и дошедшему до последнего предела зла. И что такое слово не ложно? На это есть множество свидетельств. Одно из многих таких свидетельств – покаяние Давида, начальника разбойников, сказание о котором читалось недавно в церковном чтении. Тут видно, каков был прежде этот человекоубийца, всякого зла исполненный. И как, раскаявшись и к Богу приступив, такого достиг совершенства, что исцелял даже одержимых бесами. Ибо ангел сказал ему: «Давид, Давид! Простил тебя Бог грехи твои, и отныне будешь ты творить знамения». В чем видно и безмерное человеколюбие Божие, что он не только простил ему человека убийство, но и знамение носом показал его. Желаешь ли видеть и другое свидетельство? Воззри на Манассию, который в продолжении 52 лет отклонял Израиля от Бога и заставлял его служить бездушным идолам. Но и он, покаявшись искренне, спасся, и в радости духовной песнь Богу воспел, которую до сих дней Церковь Божия поет. Что касается до увлекавшихся плотской любовью и потом раскаявшихся, то таких так много, что их не перечтешь. В числе их и божественный Давид, после прелюбодеяния и убийства, опять получивший дар пророчества. Потом Мария Египетская, после ненасытного грешения этого рода грехами, воссекшая до ангела подобие и дара прозорливости сподобившаяся, и прочее, и прочее. Так что никому никакого не остается повода думать и говорить, будто кому-либо из нагрешивших нельзя через покаяние воссечь ко спасению. Содержа в мысли такие примеры, воспримем и мы еще большую ревность о спасении и большее благонадежие в достижении его, веруя, что если Бог в такую глубину зла не спадших по неизреченной милости своей воззывал и спасал, тем более спасет нас, служащих ему день и ночь. Слыша, впрочем, об обращении грешника, никто не говори, стало быть, таковой, насладивший здешних благ, насладится и тамошних.
ни здешних, ни тамошних сладостей не вкушает, обладаемый грехами. Какая сладость, скажи мне, блудничать, чрево неистовствовать, серебролюбствовать, похищать и другим порабощенным быть страстям? Не горят ли, как в огне, такие похотники, подобно больным горячкою, так что вернее будет сказать, что такие здесь несут наказание, и в будущем веке будут преданы вечным мукам за здешние пагубные и тлетворные утехи? Стенать и раздираться, а не вкушать сласти, участь грешащих и развращенных. Добродетель же, возлюбивший и живущий добродетельно, всегда обладает теми и другими благами. Неизреченные, вкушая сладость через бесстрастие, как и все святые, всегда радующиеся о Господе, и все второстепенным почитающие сравнительно с любовью к Богу. Им и мы, подражая, будем радоваться и сорадоваться друг другу, ревнуя о спасении своем. И ради того, прилежа подвигам, терпению, послушанию, освящению своей воли и другим родениям, да совершившись в них, наследниками соделаемся жизни вечной. 296. Что жизнь монашеская тесна и прискорбна, явно из того, что сказал Господь: если хочешь пойти по мне, да отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. А что и житейская жизнь мучительна, об этом гласно свидетельствует то, что видим в ней. Но оставим житейских, управляйся со своей прискорбностью. Будем смотреть, как следует на свою. Наша скорбь с радостью Духа Святого бывает, так что у нас и кажущаяся прискорбным радости причастна, по упованию, отложенному нам на небесах. Потому не стыдно ли нам, если когда те, ради какой-либо словишки и наградишки, так много терпят, не будем ли благодушно переносить прилучающиеся ничтожным прискорбности ради столь великих небесных благ? Да и что у нас за прискорбности? Какое-нибудь дело против воли нашей назначенной, какое-либо приказание ненравящееся, что-нибудь неприятное в пище, питье, одежде, обуви, в месте и образе послушания и другое, что подобное тяготящее нас.